Привет, ребят! Я вам еще записываю одно видео с великолепного Байкала, но не просто так. Почему именно отсюда? Все вы, наверное, прекрасно знаете, что это места силы. Это то вскрытие, та ширина, та, какую ты можешь в себе уместить. И именно на Байкале со мной произошли такие глубинные вскрытия, глубинные познания того, что вроде бы лежало на поверхности. И, конечно же, я с огромным удовольствием этим поделюсь с вами. Этим поделюсь с вами в 21-дневном марафоне, который у нас стартует 20 августа, уже совсем скоро. Да, и там не будет просто та же самая информация, как зайти в лечебное голодание, как зайти в сухие дни, как правильно выйти, что будет с вашим организмом. Там я вам расскажу, а что же происходит с землей, когда вы находитесь в этих состояниях, а что происходит с вами, когда земля дает определенные импульсы, как оставаться в этом состоянии. Как это сделать своим образом жизни? И это не просто образ жизни, это же соединение. Это соединение с тем, что ты есть. И если тебе интересно узнать вот эту глубину, если тебе интересно узнать эту глубину этого образа жизни и немножечко захватить его и попробовать, опробовать на себе, то, конечно же, я тебя приглашаю на этот марафон. Но это не просто марафон, это старт твоего нового образа жизни. Это начало твоей другой жизни, иной жизни. Той жизни, в которой ты являешься всем, в которой ты есть истинный. Без ограничений, без привязок, без каких-либо конвенций, без того, что ты хочешь. Ты этим уже будешь являться. Если ты готов пойти вот в эту глубину, если ты готов расстаться с какими-то плюшками, которые ты думаешь, ой, мне это еще интересно, меня это еще держит, я бы еще здесь немножечко побыл. Если ты готов все поменять в своей жизни, то тебе туда. Но ты должен понимать очень четко, что это билет в один конец. Той жизни, которая у тебя была до марафона, у тебя ее больше никогда не будет. Никогда. Это начало нового я. Если ты готов пойти вот в это, если ты готов себя принять, увидеть, осознать и начать себя нового я, присоединяйся. 20 августа старт. Я жду тебя.